это спуск на нижнюю часть пляжа, уже к морю. Вот здесь, где идет понтон, глубина мелкая. Там везде кораллы. Но все равно купаться можно. Вот там, где кончается понтон, там уже резко глубина начинается. И туристы плавают, смотрят в маски на рыбок. Шикарные рыбки разноцветные. Такое, конечно, не каждый день видишь. Вот она, нижняя часть пляжа.